Всем привет! Сегодня мы будем проверять масло сливочное на наличие в нем сливочного масла. Сегодня мы проверяем вот такое вот харьковское масло. Пишут солодковершковое, экстра даже, 81,5. Виробник харьковский молочный завод Харків. Вот то, что интересно, склад продукту пишут с коровьего молока. Так, а вот тут начинается цікаве. Тут дуже цікавий срок придатності продукту, що ні одне масло без консерванта не може стільки зберігатись. Воно масло буде просто-напросто гірке. А тут нам дають від 35 аж до 75 діб. Ну, проверим. Берем 100 грамм масла. И растопим его на большом огне. Затем охладим. Посмотрим, получится топленое масло или нет. Хочу сказать, что на вкус это масло очень приятно пахнет сливками. Либо действительно здесь сливки. Ну, оно не похоже на натуральное, на нормальное масло, которое сделано со сливок. Очень сильный привкус сливок здесь. И оно слишком мягкое, потому что 82% пишут, но оно такое стало мягкое. Жаль, на консерванты мы проверить не можем. Вот, но в связи с тем, что пишут такой большой срок, по всей видимости, консервант здесь добавленный. Растапливаем масло, сольем его и отправим в холодильник на 10 минут для застывания. Сливаем топленое масло, но оно уже здесь, нам кажется, что оно здесь. Масла нет. Мы видим, какие белые собираются. То есть не похоже на натуральное масло. В настоящем сливочном масле не бывает белой пенки после того, как его растопить. Перед тем, как отправить в холодильник, хочу показать вам его на просвет. Какой-то осадок выпал, потом идет светло-желтая жидкость, и потом идет вот эта пенка. Посмотрим после холодильника, что оно нам покажет. Достали масло с холодильника, сейчас посмотрим, на что оно похоже. Оно не до конца замерзло. Там видно, что чуть-чуть на масло похоже топленое, но все остальное идет как лед плотный. Короче, нас обманули. Ну, а тут масло. Все-таки есть, чуть-чуть масла есть. Масло, и что сегодня там еще добавил. Короче, не те, что написал, але не маргарин. Диви, видно, что это топленое масло. А там даже видно, что сливки. Может, и масло. Похоже на топленое масло. И на вкус масло топленое. Наверное, масло. Але розбавили. Вони добавили сюди дуже багато сливок. І там прям сироватка. Воно видно. За счет води зробили удешевление за счет сироватки. Выключай.